Итак, всем привет. Сегодня будет продолжение по поводу держателя инструмента для стоматоустановки Гнатус. Наконец закончили полностью изготавливать этот держатель. Закончилась модернизация. Вот теперь хочу показать, как это все будет работать. Ну, в данном случае я набросал схематично навесным монтажом элементы стоматоустановки. Ну, теперь по сути. Вот у нас идет от педали. Вот это у нас педаль. Дальше с педали воздух идет. Заходит в столик врача. Дальше мы его разветвляем. Одну ветку пускаем на вход в клапан держателя инструмента. Вторая ветка у нас идет на клапан. Выход с держателя инструмента идет на управляющий вход данного клапана. Выход с него мы подсоединяем к турбине. Теперь как это все работает. Не обращайте внимания, шипит временный монтаж. Просто присоединение к компрессору. Берем инструмент. Нажимаем педаль. Он работает. Ставим инструмент. Турбина не работает. Вот так вот это работает. Теперь что из себя представляет держатель инструмента? Состоит из трех частей. Толкатель, гнездо, ну и сам корпус основания. Вот так сюда ставится обычный клапан держателя инструмента от любой китайской стоматоустановки. Снизу он фиксируется винтом в заданном положении. Сзади винт для регулировки положения. Дальше, ниже, как он там нужно отрегулировать. В общем, вот такие вот дела. Вот такой вот держатель инструмента. Пожалуйста, если кому надо, заказывайте. Сделаем в любом виде. Все, всем спасибо за внимание. Всего доброго.